Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Сегодня мы с вами сделаем вот такую замечательную поделку. А для работы нам понадобится лист картона белого цвета, цветная бумага, клей, ножницы и зеленый фломастер. Для начала из бумаги зеленого цвета вырежем вот такую фигуру. Я ее вырезала заранее. Смажем ее клеем и приклеим на лист картона. При помощи ножниц обрежем лишнее вот таким образом. Затем из бумаги красного цвета вырежем фигуру, которая послужит бутоном для нашего цветка. Вот так. Затем вот так. Вот такая у нас получилась фигура. Лепестки я подготовила заранее. Теперь зеленым фломастером я прорисую стебель цветку вот таким образом. Затем приклею вот так листья и бутон. Вот таким образом. Вот такая замечательная поделка у нас получилась. Я надеюсь, что у вас получится еще лучше. А нам с вами пора прощаться. До свидания.